Бойцы Росгвардии теперь будут ездить на новеньких иномарках. Сотрудникам вручили ключи от 15 машин марки «Рено Логан». Обеспечить ведомство новым транспортом поручил Алексей Текслер. Автомобили распределят по всем районам Челябинска. В этом автомобиле также подогрев сидений и две подушки безопасности. А еще подогрев стекол, электрозеркала и кондиционер. Новые «Рено Логан» оснащены всем необходимым, плюс профессиональные дополнения, рация, светодиодные маячки и аудиосистема. Евгений Чуданов 8 лет работает в неведомственной охране, выезжает на вызов по тревожной кнопке. Уверен, что новые машины позволят быстрее реагировать на сигнал. Машины будут использоваться в группах задержания, будут патрулировать город Челябинск. В каждый район города будут выделены соответствующие по две машины. И выполнять задачи по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и оперативное реагирование на сигналы тревоги с охраняемых объектов. В машинах бойцы Росгвардии проводят целые сутки, патрулируя город в любую погоду. Новый автопарк появился в преддверии крупных событий. Это и международные спортивные состязания, и саммиты ШОС и БРИКС. Деньги на покупку машин поручил направить губернатор. Все заточено под решение главной боевой задачи. В случае поступления тревожного сигнала незамедлительно выехать к месту преступления и пресечь противоправные действия. На покупку новых машин потратили 12 миллионов из областного бюджета. После Нового года автопарк пополнится еще 15 новыми иномарками. Этого хватит, чтобы закрыть нехватку транспорта и обеспечить городу безопасность.